Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать, как слепить ежика из пластилина. При создании пластилиновых поделок можно воспользоваться дополнительными материалами для создания интересных эффектов. Например, с помощью ножниц в этом мастер-классе мы будем делать иголочки нашему пластилиновому ежику. Для лепки такого ежика мы приготовили пластилин коричневый, желтый, черный и белый, маленькие ножницы. Сначала из коричневого пластилина скатываем заготовку для туловища ежика. Она будет иметь следующую форму. Мордочку мы сделаем из желтого пластилина. Она будет сужена с одного конца. Соединяем вместе эти два элемента, голову и туловище ежика. Для лапок мы скатали 4 одинаковых шарика из желтого пластилина. Делаем из них лапки, немного оформляем пластмассовой стекой и закрепляем по бокам ежика. Теперь займемся созданием иголочек. Для этого нам потребуются маленькие маникюрные ножницы. С их помощью делаем небольшие надрезы на коричневой основе ежика, начинаем создавать иголочки в передней части. Таким способом у нас получились иголочки по всей поверхности коричневой заготовки. Осталось оформить мордочку ежика. Для этого берем небольшие шарики черного и белого пластилина, из них делаем глазки. Еще один черный шарик потребуется для создания носика. Наш пластилиновый ежик готов. Поделитесь нашими МК в соцсетях. Посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на YouTube канал. И огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго! Все ссылки под видео.